После недавнего разрыва Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом папарацци то и дело видят Бена Аффлека в гостях у Дженнифер. А фанаты так и ищут повода объявить, что Бенниферы воссоединились. При этом инсайдеры сообщают, что Алекс Родригес хочет вернуть Дженнифер. Недавно Бен Аффлек рассказал о своем романе с Дженнифер. Отметил, что когда они встречались с СМИ, зачастую высказывались о Дженнифер негативно. Люди были так злы, было много сексизма и расизма.